Итак, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сейчас у вас на глазах я буду создавать новый мир Майнкрафта, чтобы никто не подумал, что это все подстроено и что это постанова. Пипуковская. Гимот Survival Create the World. Мне кажется, что мне много чего надо объяснить. Но сперва... Наркоманы! Заходите! И наш специальный гость... Вы Хухляцкая, заходите, заходите, мы все вас здесь ждем! А я вот вас вообще не жду. А, вот оно как. Мальчики направо, девочки налево. Все сюда. Мальчики, пацаны, пацаны, все сюда. Так, Никич, электропоиск, хлебобублочные изделия и наш новый игрок, разрешите вас познакомить, Пупок. Не спрашивайте, почему он выглядит как котяра, мы ему дали кликуху Пупок. И там тоже еще два новых человека, это у нас картофанка, пюрешка, а вот это мы пока что ей еще не дали кликуху, но я ей вчера предложил или анчоус, или там, как тебя еще называли, писькогрыз какой-то. Я здесь ни при чем, ей дает кликуху остальные вот эти пописяки. Четыре пацана, четыре настоящих мужика. Ну, кроме вот этого, это Пупок. И четыре девушки. Что мы будем сегодня делать? Весь мир состоит из одного блока. Из золота. И наша задача такова. Чья команда быстрее найдет железную руду, бабская или мужицкая, кто быстрее найдет три железа, пережарит эти три железа, получит три железных слитка, сделает железную кирку, тот и победил. Все очень просто. Просто-то просто, но не так-то просто, потому что весь мир золотой. И фиг его знает, где здесь может быть спрятан железный кусок. Может вот здесь, а может вот здесь. Мы не поймем, потому что все золотое. Пацаны, я на вас надеюсь, то, что вы сегодня затащите. Если не затащите, ну тогда бабы нас затащат. А если бабы нас затащат, значит мы с вами лохопецкие и лохопудины будем. Поэтому если что... Шо? Бабы, бабы слева стоят, бабы слева, пацаны справа, отойдите. Вы чё, стрелка, пацаны, стрелка! Стрелка! Давайте, 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 пацаны, топите баб, топите баб! Всё! Тихо, 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 тихо! Тихо, ёбрец! Пупок самый агрессивный, хватит пупка трогать, идите сюда! Никич! Подошел. Я не знаю, что с этого получится, но должно получиться весело. Досмотри этот ролик до конца, потом напиши в комментах, хочешь ты продолжение. Если да, то в следующей серии мы сделаем уже не золотой мир, а какой-то другой. Там алмазный или какашечный, неважно, что-то мы с вами придумаем. На счет три! Бабская команда и мужицкая команда отправляются в путешествие. Кто первый найдет три железа, переплавит эти железа и скрафтит железную курку... Курку. Я сказал курку. Кирку, тот и победил. Как бы в чате высветится достижение, то, что вы получили железный слиток. Пацаны, готовы? Я не поняла, блин, чё там пацаны-то только? У меня тут девочки вообще-то. Ну так ты их спрашивай. Бабы, готовы? Ну, а я чё, командор, что ли? Ты командор, я капитану мужиков, ты капитану девушек. Девочки, мы проиграли, до свидания, приятно было пообщаться. Не, ну пацаны, мы здесь точно затащим, мне кажется. Помогайте там Катеридзе, потому что на Нубасина делайте ей кирки, чтобы она тоже могла что-то копать. А вы, пацаны, давайте сделаем так. Я бегу за деревом вместе с Никичем, а вы двое начинаете копать уже рукой вниз. Мы с Никичем возвращаемся и выкидываем вам кирки. Все, зря мы, наверное, спалили тактику. Раз! Два! Три! Пацаны, давайте начинайте копать! Никич, 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 за мной, за деревом! Бабы первые, бабы первые! Девушки, да подождите нас хотя бы! Никич, главное сюда не падай, я не знаю, что это такое, это вода или это лава. Если что, можешь сразу девушек толкать. Так, это у нас дерево или это у нас железо? Да не деритесь, не деритесь! Я не знаю, что здесь надо делать, я просто делаю, что все остальные и все. В принципе. Вы не того командира вы выбрали, не того. Да отстаньте! Никиш, дровосек, давай, давай! Опа, здесь что-то с овечкой, что-то неладное. Да хватит меня! Аня! Или как тебя там зовут? Писька-грызка? Не помню. Нет, ужасная, ужасная, ужасная. Это не я придумал, это вчера кто-то на стриме ей начал придумывать эту кирку. Дайте мне кирку кто-нибудь, у меня уже 18 этих блоков золотых. Нафиг они мне нужны вообще?
Никич, сколько? Сколько дерева? Мне кажется, что хватит. Пошли к пацанам. К пацанам. Давай. Еще бы еда нужна. Еду. Никич, давай. Опа, я уже шахту нашел. Пацаны! Быстро. Так, верстак. Как делать верстак? Все золотое, ничего не понятно. Сделал верстак, сделал пал. Как палки делаются? Ага, вот так, сюда. Почему у меня есть... Где Мия, ты что нашла? Где все? Где моя команда? Я потерялась. Я ничего не понимаю, Никич! Ага, вот так. Сюда. Пацаны, вы где? Давайте! Я скрафтил деревянную кирку, у меня получилась золотая. Прекрасно. Для всех нужно сделать кирки. Для всех. Для пацанов тоже нужно. Пацаны, вы как там справляетесь? Никич, побежали за ними. Они уже камень добыли. Девки, как у вас там дела? Как дела у вас там? Это все потому, что я командир, да. Ну все понятно. Пацаны, вы где? Я чуть не могу понять, я всех потерял прямо сейчас. Да зачем вы так убежали далеко? Никич, ты что меня бросил? Ты там что ноешь, а? А, вот. Так, идите сюда. Одному кирка, другому кирка. Быстро. Вот сюда и начинайте копать. У всех есть кирка? Никич, у тебя есть? Мы там шахту нашли, давайте за нами. Или вы там уже начали что-то копать? Еда. Нужна еда. Немножко еды. Золотую еду мы прямо сейчас будем кушать. Давай. Пацаны, копайте. Они уже там какую-то шахту нашли. Копайте все, что только видно. Крафтить себе каменные кирки. Кто быстрее найдет 3 железа, тот и молодец. Вы понимаете, что железо может быть вот везде. Может, вы прямо сейчас на нем стоите. Никич, одно железо нашел. Никич, ты где? Читор! Никич, ты где там железо нашел? Давай, копай, миленький мой. Может, где-то здесь еще будет железо. Я себе сейчас прям сделаю каменную кирку и всех остальным тоже. Быстро. Так, сбор команды девочек. Что у нас есть? Я не поняла, они выигрывают походу. Пацаны, у баб 2 железа уже! У Ани 2 железа! Ура, мы побеждаем! Ёперный театр, давайте! Выкусите! Мы сейчас победим и все, и сделаем вы еще не победили, подождите, у меня есть каменная кирка. Пацаны, добывайте себе каменную кирку, идите за деревом, если вам еще нужно немножко дерева. Никич, миленький мой, копай там, где ты только что нашел одну железную руду, тут могут быть еще залежи. Давай! У меня в инвентаре диорит, гранит, андезит, каблстон, и нет, у меня нифига нет, пацаны. Давайте куда-то немного дальше передвинемся, возможно, она где-то вот здесь должна быть. Есть у кого-то мне факел нужен, тут нифига не видно. Ты смотри, они уже одно железо пере... Никич! Быстро сюда ко мне! Быстро! Они уже железо переправляют! Никич, медленно беги, не надо! Никич, быстро за мной! Быстро сюда, ставь железо! Быстро сюда, в печку! Не надо, Никита! Ну, я тебя умоляю, ну... Катя, заткнись! Что ты поставил? Так, одно железо есть! Вот я чувствую. Нет, ничего не чувствую. Это было земля, а не железо. Убейте, пожалуйста, кто-то их. Вот прям скрафьте себе меч и давайте за ними охотиться. Кстати, мы же можем их убить, из них выпадет 2 железа, которые они только что дошли. Пацаны, как вам такая идея? Оборону, девочки, ну-ка стали в ряд. Нас хотят убить. Пацаны, заострить свои шпаги, заострить свои мечи и давайте на баб. Ой, какие у вас там шпаги, я вас умоляю. Перочинные ножики свои заострите сначала, хорошо? Ну вы, девочки, как бы наши шпаги еще не видели, поэтому вам рано судить. Ага, хорошо, что у нас там есть. Лучше и не видите, если честно. Ага. Так, ничего нет, пацаны, ничего нет. Где вы вообще роетесь? Я не могу понять, куда вы ушли. Есть у кого-то уголь? Возможно, здесь что-то будет, я не знаю. Нам нужно еще 2 железа, а бабам нужно еще одно железо, чтобы вы просто понимали. Они уже почти... Да, между прочим, у меня вот 2 скалолазки-землеройки, вот они ищут одно железо, поэтому как бы не переживайте. Скалолазки-землеройки, что ты сказал? Это прозвище такие, скалолазки-землеройки. Опа, я огромную шахту нашел. Это, конечно, я очень большой молодец, но да, вряд ли здесь что-то может быть прям полезное. Пацаны, подскажите, где здесь железо, а? Я боюсь туда спускаться. Нормально то, что я людям даю сырую еду? Я хороший нормально, капитан? Нормально. Ты хороший капитан, я тоже жру сырую еду. Где 2 остальные пипипуки? Мы с Никичем тут копаем, как шахтеры закаленные. Где хлеб и где пипука? Вот это не пипука, где пупок? Пипука? Пипука это Мия, я забыл. Где пупок? Так, а я не поняла, где еще 2? Так, я вижу только одну девочку. Я нашел железо! Нет!
Никич! Никич, дай железо! Никич, дай железо! Быстро, 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 быстро! Железо, 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 которое ты забрал! Быстро! Где ты? Я сейчас тебя убью! А почему из железа мне падают колеса? Я не могу понять. Никич, ты где? Дай, 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 дай колесо, дай колесо! Где, где, где? Палки, 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 палки! Да, девочки, ну я... Я скрафтил... Читеры! Вы читеры! Какие читеры? Так, пацаны, нужно собраться, нужно на баб прямо сейчас со своими мечами. Хлеб! Пупок! Какими со своими мечами? Девочки на нас нападают. В оборону встаем, мечи свои достаем. Я не знаю, что у вас что есть. Девочки, юбки поднимайте. Как бы схватка века. Не то сказал. Защищайтесь, Никич, потопали. Я не знаю... Почему у вас гаечные ключи, палки, а у меня ничего нет? Пошли, пошли, Никич. У Никича бита! Никич, да ты мужик! Пацаны! В атаку! Вот бабы на фронте, я их вижу! Погнали, девочки! О! Чё за дичь? Давайте, давайте, давайте! У них биты! Вы чё, собаки, я даже себе ничего не скрафтил! Давай, 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 давай! Алекса замочили! Пацаны! Нас убивают! Иди сюда! Катя! Катя, пупка! А, ну ты свой... Ой, ладно. Девочки, девочки, я пошутил. Это было ложное наступление. Прям ложное, ложное. Ой, ой-ой-ой. Тут монстры! Монстрики! Ну идите вы в задницу. Мы как бы затащили, мы победили, выиграли в челлендже. Ну, зато вы нас потом убили. Потому что я не знаю, где хлеб, я не знаю, где пипука. Вы чё самые последние прибежали, а? Меня убили, класс. Бита! Так, так, опа, картофанку вырубил, кто еще, на меня? Катеридзе, самое главное, ее вырубить. Эй, я тебе сейчас вы... О! Пацаны, мы одержали преимущество. Быстро, быстро, картофанку. Опа, ну и так, Катю. Я ухожу. Давайте, Катя, иди сюда, дорогая моя, иди сюда. Нет, я ухожу. Не получилось. Да все, я обиделась, я выхожу из этой игры дурацкой. Мия, не смей, Угу, понятно. Я не знаю, что с этого получилось, но мы с пацанами затащили. И это было реально круто. Если ты хочешь видеть новую серию, напиши в комментах, на какой блок мы можем заменить весь мир Майнкрафта. В следующей серии сразиться за что-то другое. Возможно, мы уже не железо будем искать, а возможно, будем скилл Кати искать, чтобы она уже нубососина не была или чего-то другого. Короче, неважно, мы что-то придумаем в следующей серии. Подпишись на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Я скажу вам огромное спасибо, а Катя вам скажет... Отстаньте от меня. Я больше не играю. Всем удачи и всем. Да меня бьют. И всем до меня бьют.